эфире службы новостей «Саров-24» в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ангелы в белых халатах ежегодно в первый понедельник октября отмечают Международный день врача. Вкусный фест 2021 в Сарове прошла гастрономическая ярмарка. Осенний мотопарад. В честь закрытия сезона байкеры стройной колонной проехали по улицам города. Далее расскажем обо всем подробно. Улучшить школьное меню и создать онлайн-службу детских психологов поручил Владимир Путин по итогам августовской встречи с общественностью. До 15 ноября Роспотребнадзор, Минпросвещение и другие органы исполнительной власти должны представить президенту предложение по улучшению меню в школьных столовых. Их подготовило российское движение школьников по итогам реализации проекта «Шеф в школе». Кабмину глава государства поручил разработать концепцию создания цифровой платформы для психологической помощи несовершеннолетним и их родителям. Срок выполнения до 15 декабря. Международный день врача отмечают ежегодно в первый понедельник октября. Врач больше, чем профессия. Это призвание, образ жизни и большая ответственность. Люди в белых халатах каждый день совершают подвиги ради того, чтобы сохранить самое ценное – здоровье и жизнь. Они спасают человеческие жизни, лечат заболевания и недуги. Врачи – представители самой гуманной профессии. Следуя клятве Гиппократа, а главное – зову сердца, медики всегда готовы прийти на помощь. Ежегодно в первый понедельник октября врачи отмечают свой профессиональный праздник. Педиатр – первый врач в жизни каждого человека. Они следят за здоровьем пациентов с самого рождения до совершеннолетия. Это специалисты широкого профиля. Врачи, работающие с детьми, обладают обширными знаниями, чтобы уметь распознавать симптомы самых разных заболеваний. Также они должны уметь общаться и наладить контакт не только с ребенком, но и с его родителями. Участковый врач, когда он один, вот на, по сути дела, на всю жизнь, он к ним больше доверия, ему доверяют то, что порой и никому другому не доверят. Есть такие сложные моменты в жизни многих людей, когда им надо с кем-то поделиться. И плюс ко всему, конечно, преемственность, то есть если ты знаешь, что этот малыш всегда у тебя там выдавал аллергические реакции, то есть уже встретившись с ним там в 15 лет и понимаю, что надо на это обратить внимание. Педиатр – это не только врач, это и психолог, и друг, а для некоторых – еще один член семьи. Часто повзрослевшие пациенты приводят на прием к любимому врачу уже своих детей. Чтобы быть хорошим детским врачом, нужно любить детей и свою работу. Эти качества определяющие для педиатра. Тогда ему удастся выполнить свою основную миссию – сохранить здоровье подрастающих поколений. Любовь к детям, любовь к родителям. И вот все остальное, оно проистекает, наверное, из этого. То есть, если ты любишь то, что ты делаешь, любишь людей, то есть вот, в принципе, люди, они действительно бывают разные, но если ты их любишь и понимаешь, что, причина того или иного действия его, не потому, что человек там злой и вообще невоспитанный, а что-то у него действительно болит. Врач. Сложная, ответственная работа. В руках медиков самое ценное, что есть в мире – человеческие жизни. Коллектив канала 16 поздравляет врачей с профессиональным праздником. От всей души желаем вам успехов в работе, удачи, прекрасного настроения, счастья и благополучия. С 15 октября по 14 ноября в нашей стране пройдет всероссийская перепись населения. В этом году впервые можно будет поучаствовать в ней онлайн, самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуги. Все подробности на сайте страна2020.ру. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Массовые мероприятия остановлены по всей стране из-за пандемии COVID-19, заявила Анна Попова на заседании Президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Она отметила, что окончательное решение остается за главами регионов. В связи со всплеском коронавирусной инфекции власти будут принимать меры на федеральном уровне. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов РФ, сказал он. Как отметил Мишустин, сейчас в российских больницах в два раза больше новых пациентов, чем в это же время в прошлом году. На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь, указал премьер-министр. КБ-50 проведет очередную выездную вакцинацию против гриппа. Мобильная бригада поликлиники номер 1 будет находиться 6 и 7 октября с 9 до 12 часов на территории перед магазином
магазином «Пятерочка», бывший универмаг на проспекте Ленина. С 14 до 16 часов рядом с торговым центром «Плаза» по улице Московской. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. Медики напоминают, интервал между вакцинациями против COVID-19 и гриппа должен составлять не менее 1 месяца. Мастер-классы от предпринимателей города «Живая музыка» и «Вкусные угощения». На набережной реки Сати состоялась гастрономическая ярмарка «Вкуснофест». Проводить ее в последнее воскресенье октября стало для нашего города доброй традицией. Подробности в следующем репортаже. Гастрономическая ярмарка собрала вместе не только саровских предпринимателей. Андрей Пельгун приехал из Сатиса. Фермерством они с женой занялись несколько лет назад. У них дома своя небольшая сыроварня, также супруги пекут бездрожжевой хлеб. Изюминкой семейного производства мужчина считает льняное масло. За этот продукт фермер в 2019 году получил медаль качества. На «Вкуснофесте» Андрей впервые. Мы здесь можем показать себя, чтобы люди нас видели, могут попробовать. Здесь мы еще угощаем гречневой кашей с льняным маслом. Это традиционное русское блюдо. А льняное масло добавляет ему особый вкус гречневой каши. Поэтому оторваться невозможно. Одной тарелкой здесь не обойдешься. Вот. Ну и это мероприятие позволяет, чтобы люди нас знали, чтобы с нами познакомиться. «Вкуснофест» подготовил для жителей города насыщенную развлекательную программу. В начале набережной Роман Сванидзе рассказывал сказку «Красная шапочка». Но только не ее классический сюжет, а пересказанный на новый лад Евгением Шварцем. А на плавучей сцене с утра до позднего вечера выступал музыканты. Открывала фестиваль группа «Побочные эффекты». В основном что-то около поп-рока мы играем, с разнообразными вариациями в том числе. Каверим в основном группы все-таки из прошлого века, вот. Хотя есть несколько современных исполнителей. Одна закрывающая песня была написана хорошим знакомым группы и переделана нами под небольшой попурри из песни «Пассаж» и, собственно, песни нашего друга. Также здесь можно было принять участие в мастер-классах от предпринимателей. К примеру, юных гостей праздника научили печь блины. А у палатки артели оружейников фотозоны позволяли почувствовать себя настоящим воином. Невероятные ароматы жареного мяса и аппетитных булочек витали на набережной с самого утра. Людей здесь с каждым часом становилось все больше. Сам директор, он находится в закулисье, занимается административной работой. А здесь все предприниматели, без исключения, работают как руководители, как продавцы, уже непосредственно общаясь с населением. То есть для них это хорошая школа, хорошее получение хорошего навыка для того, чтобы научиться себя презентовать и познакомить население еще шире со своей продукцией. Всего свою продукцию на фестивале презентовало около 20 предпринимателей. Женщина за рулем автомобиля «Рено» сбила юного велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Зернова. В результате ДТП ребенок получил растяжение связок. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка? Велолюбители снова стали участниками ДТП. Водитель автомобиля «Рено Логан» сбил несовершеннолетнего велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Зернова. Ребенок пренебрег правилами дорожного движения и попытался пересечь проезжую часть, не спешившись. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения в виде растяжения связок правой стопы. Еще один саровчанин пострадал в ДТП на прошедшей неделе. 29 сентября на перекрестке улиц Южное шоссе и Малое Коммунальное водитель Toyota Land Cruiser не уступил дорогу автомобилю Mazda, движущемуся по главной, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомашины Mazda получил телесные повреждения в виде политравмы. Был госпитализирован в травматологическое отделение КБ-50. С 4 по 14 октября сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Такси». Транспортные полицейские проверят, соблюдают ли таксисты правила перевозки пассажиров. Также пройдут операции по выявлению нелегальных перевозчиков. Автомашины, на которые устанавливаются нелегальный опознавательный фонарь легкового такси, либо расцветка такси. Также весь спектр нарушений при данном виде деятельности – это нарушение правил проведения предрейсовых медицинских осмотров в официальных конторах, либо предрейсовых технических осмотров. Всего за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 83 правонарушения. Рев моторов и блеск хрома. Саровские байкеры отметили закрытие мотосезона. Любители скорости собрались на автодроме возле УСИСа, проехали по улицам города и устроили рок-концерт. Подробности в следующем репортаже. Наступила холодная осень, а это значит, что во всех городах России закрывается мотосезон.
Саровские мотоциклисты также прощаются со своим байком до следующего года. Поэтому они устроили прощальный заезд и с размахом отметили это событие. Рок-музыка, брутальные парни в косухах и множество мотоциклов. На автодроме на улице Железнодорожной собрались любители байков. Закрытие мотосезона – не повод сразу убирать мотоцикл в гараж. Прежде всего, это встреча старых друзей и знакомство с единомышленниками. Все-таки люди не так часто, скажем, в сезоне пересекаются между собой, потому что все ездят по разным направлениям. То есть вот сегодня повод для общения, повод для того, чтобы поделиться своими впечатлениями, поделиться своими, скажем так, поездками, впечатлениями от поездок. В последние годы в Сарове активно развивается мотодвижение, а это значит, что любителей скорости становится все больше. На закрытии мотосезона были не только члены клуба «Вагабонд», но и так называемые фришники или фрирайдеры. Они также приехали разделить радость дороги со своими товарищами. Открытие и закрытие сезона – это праздник для мотоциклиста. Собирается как можно больше народу, пообщаться, обменяться мнениями, показать свои мотоциклы красивые, пообщаться. Это праздник, поэтому собираются все, и, конечно, хотелось бы тоже поучаствовать. Мотоциклисты любят скорость, но опытные члены мотоклуба понимают, что очень быстрая езда мешает насладиться дорогой, увидеть красоту окрестностей и получить впечатление. Поэтому многие из них предпочитают не гнать, а ездить с умеренной скоростью. Главный-то критерий в том, чтобы ехать и наслаждаться дорогой. И ты едешь, ты чувствуешь по собой мотоцикл, чувствуешь вибрацию мотора, чувствуешь ветер вот этот вот в лицо. А на большой скорости все вот эти ощущения, они размываются. В честь закрытия мотосезона байкеры проехали стройной колонной по улицам города. Завершили встречу рок-концертом на базе мотоклуба. Главная безопасность. В технопарке провели семинар по работе на высоте. Мероприятие для сотрудников обеспечения «РФИАЦВНИЕФ» подготовила компания «Восток-сервис». Подробнее о тренинге расскажем в следующем репортаже. То есть, условно, сотрудник в когтях у нас, со страховкой, страховочной системой. Как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты на высоте? В чем заключается техника безопасности при работе с оборудованием на подъемах и спусках? И как оказать первую помощь пострадавшему и без вреда для его здоровья опустить вниз? На все эти вопросы инструкторы семинара ответили наглядно. Мы привезли с собой мобильную версию учебного полигона для работ на высоте. И сейчас мы с моими коллегами покажем именно непосредственно ту работу на высоте, которую проводят в реальных условиях, только мы покажем ее с использованием учебного полигона. Учебный полигон состоит из специальных зон, каждая из которых имитирует реальные ситуации при работе на высоте. Каждое действие инструкторов, перемещающихся по полигону, комментировал третий спикер. Вопросов от участников было много, и порой мастер-класс перерастал в небольшие дискуссии. Прекрасные представители, которые нам показали, рассказали новые технологии, которые мы должны использовать, потому что все это ради людей, ради нас, ради безопасности. Новаторские идеи их мы будем стараться воплощать в жизнь, потому что очень интересно и безопасно. Самое главное – безопасно. Семинар по работе на высоте для сотрудников РФИАЦВНИЕФ и обеспечения организовала компания «Восток-сервис». Со специалистами градообразующего предприятия в технопарке она встречается не первый раз. «Восток-сервис» провел за несколько лет цикл семинаров по системе охраны жизни. Мероприятие разделено на две части – на теоретическую и практическую. На теоретической части мы знакомим своих гостей с изменением в законодательстве, а также с оборудованием, которое компания представляет. Ну и, соответственно, практическую часть, которую потом гости видят на полигоне. А наши специалисты показывают, как это все правильно делать. Анкерные линии, стропы, штатив тренога для эвакуации сотрудника из ограниченного замкнутого пространства и различные системы спасения. Этим оборудованием компания «Восток-сервис» готова обеспечить любое предприятие вне зависимости от его размеров и количества работников. Более подробную информацию об ассортименте можно узнать по телефону 472-00, либо прийти в магазин по адресу проспект Ленина, 34. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.